Казахстане очень низкая доля переработки отходов, всего 10%, тогда как в Европе этот показатель в два раза больше. К 2030 году правительство ставит цель довести эту цифру до 40%, согласно концепции зеленой экономики. Однако, учитывая низкие тарифы на вывоз мусора, эта отрасль невыгодна для инвесторов. На сегодня стоит задача открыть мусоросжигающие заводы, которые будут производить электричество. Уже в следующем году Министерство экологии страны обещает их строительство. Планируется, что они появятся в 6 городах республики. Но пока что экология и чистота городов и сел зависит от каждого отдельно взятого человека. Жительница города Атбасар Любовь Варламова уже несколько лет занимается экодвижением и на своем примере показывает, как уберечь родное село от экологических проблем. Из свалок детские площадки, а пластик на переработку. Вот моя основная идея. Свалки в черте населенных пунктов – общая проблема многих малых городов и сел. Одну такую проблему нам удалось успешно решить. У дома экоактивистки Любовь Варламовой когда-то была свалка. Она призвала сельчан очистить участок и установить детскую площадку. 2007 года женщина-волонтер. Ее призыв – сохранить чистоту не только у себя в домах, но и во дворах. Наши героини отмечают, что люди думают, что кто-то должен заниматься уборкой придворовых территорий и что на это выделяются деньги. Но на самом деле... Мы обратились к акимату, чтобы он нам помог. Ну, акимат нам сказал, при одном условии, если будут сами жители выходить. А у нас жители, они первоначально думали, что это гостендер. Я ходила сама лично по всем жителям. Вот мы эту площадку оборудовали, все делали. Они мне в глаза говорили, мы, говорит, не будем выходить, то, что у тебя эти деньги есть, а у нас фактически этих денег вообще не было на благоустройство. Теперь, получается, они как бы в это поверили. Смотрю, вот трактора, когда подогнали, уже люди сами начали выходить, помогать, сами жители брали лопаты, сама лично я. Теперь вместо зловонной свалки здесь расположилась детская площадка. Она стала центром досуга сельчан. Во время съемок сюжета, несмотря на дождь, здесь собралась вся ребятня. Вот у меня двое внуков, я вывожу на улицу, сяду, сама отдохну, поиграю с ними, поиграю, они со мной поиграют. Очень замечательное дело. Спасибо нашим волонтерам, спасибо людям, которые об этом стараются. По словам Любовь Варламовой, экологические проблемы, к которым приводят стихийные свалки, присущи и городу. Но будет возле вашего дома гора мусора или нет, зависит только от людей, добавляет Любовь. И это действительно так. Например, по улице Наурызбай Батыра в городе Кокшетау время от времени появляются мини-свалки. Сами жители комментируют. Вы знаете, как вам сказать? Ну это у каждого на совести. Вот я знаю, что в понедельник машина будет. Вот у меня здесь стоит мусор. В понедельник я вынесу утром рано. В 10 часов его забрали, увезли. Ну а люди, видимо, не хотят просто возле дома свой мусор собирать. Поэтому и выносят, вот так мешками лежит. Мы убедились в том, что вынос мусора и загрязнение мусорных площадок зависит от самих жителей. Почему-то кто-то из горожан, например, такие как Любовь Першукова, в курсе, что мусор забирают именно в понедельник, другие же разводят руками. А мы кидаемся сюда, контейнер нет, мы все сюда кидаем. Все сюда кидают. А вот и какой день именно мусоровоз приедет? Ой, я не знаю, вы знаете. Приедут, я вижу, иногда приезжают, так руками покидали, мелочь осталась, ветер гоняет это все. Не знаю даже, какие дни. Когда захотят, наверное, не знаю даже. Ну, раз в неделю примерно забирают. Вывозом мусора в областном центре занимается ТО «Кокше Тазалык» и улица по Наурызбай Батыра также в ведомстве данной компании. Представители Тазалыка комментируют, что стихийная свалка на этом участке образована самими жильцами, а вывоз мусора осуществляется бестарным методом. Согласно графику, каждый понедельник с 8 утра до 12 дня. Весь мусор с города мы вывозим на полигон твердых бытовых отходов близ села Краснояр. Мы работаем только с ним. У нас по городу он единственный полигон, но знаете, он уже полон мусора.
И это только малая часть нашей с вами экологической компетентности. Эколикбез – вот что нужно казахстанцам, считают общественники. И это справедливое замечание. Мы все стали свидетелями вопиющих фактов варварства. Избиение тюленей, оставленные туристами горы мусора в Боровом, разрушение отремонтированного ботанического сада в Алматы, срывание краснокнижных лотосов на Первомайских прудах, продажа соли из уникального озера Кубитус в Акмолинской области. Цитата. «Я с акимом Акмолинской области, господином Маржахпаевым, разговаривал, и по озеру Кубитус было принято решение не выводить его на конкурс и, соответственно, не предоставлять его арендаторам», сказал Мирзагалиев на своем онлайн-брифинге. Да, действительно, сейчас прорабатываются вопросы такие, как, во-первых, это установление водоохранных зон и полос на озере Кубитус для предотвращения его засорения, для того, чтобы он соответствовал всем экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Данное постановление акимата области мы планируем принять до конца текущего года. Также в рамках защиты данного озера мы хотим привлечь специалистов, которые смогут провести научно-исследовательские работы, будут изучены гидрохимические, физические свойства этого объекта. И действительно, мы хотим узнать именно, в чем уникальность данного озера. Ну и в-третьих, конечно, для того, чтобы решить дальнейшую судьбу озера, планируется заключить меморандум с компанией Ильметьевского района, которая обеспечит, во-первых, наплыв случайных туристов, значит, для того, чтобы озеро могло восстановиться после нынешнего карантина, когда действительно наплыв гостей поспособствовал тому, что озеро потеряло свой такой красивый вид. И, конечно, в данный момент вопрос о передаче озера на аукцион или в аренду рассматриваться не будет. Министр экологии, геологии и природных ресурсов страны в своем выступлении призывал общественность к активной гражданской позиции. Благодаря неравнодушным согражданам, таким как Любовь Варламова, у нас есть возможность перенять достойный пример. Поэтому я обращаюсь к журналистам, блогерам, экологам, общественным деятелям, всем неравнодушным, тем людям, которые не безразличны состоянию нашей окружающей среды. Давайте все вместе и в первую очередь на своем примере приучать общество, каждого казахстанца, уважать природу и заботиться о ней. Мирзагалиев объявил, что министерство будет бороться с жестоким отношением к природе двумя способами. Один из них – экологические уроки в школах. Я считаю, что без специалистов, без вот таких вот организаций общественных, без зеленых, без экологических движений мы не сможем сделать нормальные методические пособия для наших учителей. То есть здесь мы должны услышать в первую очередь всех наших коллег зеленых, и во-вторых, мы должны изучить мировой опыт, потому что во многих странах вот соответствующие экологические уроки, они уже проводятся. Есть целые методики. Мы, например, очень тесно работаем с UNDP, это программа развития ООН, и у ПРООН есть соответствующие методики. Поэтому здесь, я думаю, мы очень тесно с общественностью поработаем и совместно с МОН решим и согласуем вот методические пособия. Поделился главный эколог страны. С ним согласны и специалисты Департамента экологии Акмолинской области. Многие привыкли сравнивать Казахстан с другими странами. К примеру, Япония, где очень строго относятся к раздельному сбору мусора. То есть это должно зависеть не только от властей, не только от программ всяких, которые государство внедряет, но от самого человека. То есть в первую очередь идет от воспитания. На данный момент наш менталитет не позволяет выйти на такой уровень, поэтому внедрение предмета экология с детства будет, то есть определенный уровень культуры воспитывать в наших детях.
Кроме того, с нового учебного года будет введен новый предмет. Общественники предлагают объявить 2021 год годом экологии в Казахстане. Очень важно, чтобы люди сами выступали за защиту окружающей среды и придерживались экопривычек. Любовь Варламова же из города Атбасар не собирается останавливаться на достигнутом. Та площадка, которую они соорудили вместе с сельчанами, она уже подала в местный акимат прошение о помощи, чтобы ее расширить или модернизировать. К слову, число стихийных свалов в Казахстане составляет 7500. Если вы стали свидетелем несанкционированного выброса мусора, то можете отправить фото, факт или обращение на номер 837-595-2490. Жамал Габдуллина, Павел Соловьев, Василий Вережников. Специальный репортаж.